Касательно того, что сейчас достижение физического бессмертия человека или очень большого долголетия, это, что называется сейчас, как говорят на новоязыке, мейнстрим, главное течение, это действительно приоритет. Конюк, это действительно будет. Я к этому отношусь совершенно нормально. Человек – это существо высшей расы, которое должно подниматься вверх. Сапиенс, нынешний человек, он несовершенен, это разумное существо первого поколения. Многие люди – это просто животные. Ну, посмотрите на уровень, так сказать, сознания, культуры и прочее, даже некоторых протестующих масс – это же животные, дефективные массы. Человек должен подниматься, к бессмертию. Об этом мечтали и Федоров, русский философ-космист, его друг Циолковский, который говорил «уходить в космос». Это философия. Глубоко человеческая, глубоко, так сказать, гуманистическая. Она никуда не делась, она должна развиваться. Другое дело, что сейчас, и я уверен, сейчас у меня выходит новая книга «Мировая революция 2.0», готовится, вернее, к выходу, я ее сдаю. Я считаю, что на Западе специально делается так, чтобы технологии достижения бессмертия к 2045 году, мы уверены, это будет реальностью, остались уделом только узкого круга правящих. Вот кто поднялся с 80-х годов, у них гигантский отрыв имущества, они должны превратиться в рабовладельческую касту. Они не будут же капиталистами, это будут рабовладельцы. А все остальные – это смертные рабы, сервы. Русская версия достижения бессмертия должна быть демократичной. Для нас, народа, понесшего тяжелейшие демографические потери в 20 веке, с 91 года, это один из способов просто выжить, сохраниться нам, чтобы вот великому народу белой расы, да, чтобы нам не умереть, я не хочу, чтобы русские исчезли. Нам, у нас есть выход только первыми прорваться в новый мир. Нам нужен широкий, так сказать, вариант бессмертия демократический для многих, для нас. Это, причем это бессмертие должно быть соединено и с космической экспансией, и созданием новых городов, и новых технологий жизни на Земле, и для океана, и для космоса. Все. У нас нет другого. У русских, русские должны прорваться сквозь дверь в будущее, в другой мир совершенно. Потому что в этом мире мы обречены. Поэтому я считаю, что никаких, так сказать, никакое препятствие, никакая этика нас сдерживать здесь не должна. У нас есть одна этика национального выживания. И противопоставление другому проекту. Потому что по тому проекту, западному, владык Запада, у русских вообще никакого будущего. Мы сервы, мы лишние биомассы. Мы вообще невыгодны на этой земле. Нас вообще лучше заменить китайцами, таджиками, узбеками, пакистанцами и прочими. Нас вообще не будет. Так что, друзья мои, думайте. Я свое мнение высказал.